В Тирасполе 3 июня пройдет встреча с посредниками и наблюдателями в регулировании Молдо-Приднестровского вопроса. Ждем представителей России, Украины, ОБСЕ, США и Евросоюза. Лейтмотив диалога – сформировать повестку встречи 5+2. Об этом президент Вадим Красносельский рассказал журналистам российской независимой газеты. Приднестровье не намерено возвращаться под контроль Молдовы. С таким заголовком вышла статья в независимой газете. Вадим Красносельский ответил на вопрос, кто будет решать будущее Приднестровья. Мы против решения данного вопроса в отдельном кабинете. Судьбу Приднестровья должен решать только приднестровский народ. Также президент объяснил, что сейчас происходит в отношениях между Тирасполем и Кишиневом. У нас это продолжающееся блокирование банковской и транспортной систем Молдовы. Еще в 2019 году молдавские банки закрыли счета приднестровских предприятий. Мы не можем конвертировать валюту и так далее. Блокируется поставка грузов в Приднестровье. Мы настаиваем, чтобы Молдова начала выполнять те решения, которые ранее были приняты в рамках 5+2. Ситуация в переговорном процессе находится не просто в стадии стагнации, она постоянно обостряется. Нельзя забывать о том, что за каждой буквой, за каждой строчкой договоренности всегда стоят интересы конкретных людей. Когда мы подписывали Берлинский протокол, перезапускали переговорный процесс, мы говорили о том, что во главе угла есть принцип интересов населения. Вот сегодня этот принцип грубо попирается, нарушается молдавской стороной, что недопустимо. Итак, на следующей неделе к нам приедут посредники и наблюдатели, а осенью должна пройти встреча в формате 5+2 в Стокгольме. Последний раз постоянное совещание собиралось в 2019-м.